Внедрить функциональную нейрохирургию планируют во 2-й детской городской клинической больнице. Это позволит стимулировать головной и спинной мозги маленьких пациентов. Сегодня в стенах медучреждения, которое отмечает свой 60-летний юбилей, оказывают как экстренную, так и плановую медицинскую помощь. Об истории и достижениях клиники репортаж Салтанат Нургалиевой. Диагноз – опухоль головного мозга — для семьи маленького Мухаммеда Али стал настоящим ударом. 3 года у мальчика случился первый приступ эпилепсии. Со слов матери, казалось, что судороги никогда не прекратятся. Но врачи 2-й детской горбольницы сделали невозможное. 2 месяца назад ребенка прооперировали. Я хочу сказать огромное прям вот спасибо нашему врачу-нейрохирургу. Он сделал то, что не каждый сможет. Это в такой области височной, да, в глубине, удалить опухоль, не задевая ни одной функции и без остатков. В этом году детская больница отмечает 60-летний юбилей. Ежедневно сюда поступают до 300 детей с различными диагнозами. В клинике работают порядка 800 человек, среди которых и ветераны труда. Педиатр высшей категории Алтынай Сагымбекова вот уже 43 года трудится в стенах этого медучреждения. Когда вот в 63-м году она открывалась, тогда город нуждался остро в детских стационарных коек, потому что нужно было побороть детскую заболеваемость, рост детской заболеваемости, рост детской смертности. Многое за это время произошло, большие изменения, достижения, реорганизации. Со временем, в общем-то, больница стала крупная, многопрофильная, единственная в городе педиатрическая клиника. В больнице оказывают как плановую, так и экстренную медпомощь. Только в прошлом году сюда обратились свыше 60 тысяч пациентов. Хирурги успешно провели почти 2000 операций. Исторически сложилось, что эта клиника, она была в основном соматического профиля. То есть здесь были дислоцированы только узкие соматические профиля по детскому направлению. Было принято решение расширить стационар и открыть новые отделения хирургического профиля. Мы начали с отделения общей хирургии на 25 коек, принимали. Там же была и травматология, и нейрохирургия, и урология. Сегодня детская больница стоит наряду с республиканскими клиниками. В ней развернуты уникальные отделения, предназначенные для лечения детей. В планах внедрить и функциональную нейрохирургию при нарушениях центральной нервной системы. А уже в июле пройдет мастер-класс по врожденным порокам костно-суставной системы. Салтанат Нургалиева, Жасулат Лепергенов, телеканал «Алматы».